Здесь есть еще такое красивое место, можно брать в аренду беседки. На 8 человек, на 16 и на 30. Так, надо корма свои не потерять. Там белые лебеди есть. Сейчас попробую туда пониже спуститься. Ой, какое красивое место. Ой, какое красивое место. Это прям какой-то местный Стоунхендж. Я не знаю, что это за деревья. Ну и походу тут можно гайгу устраивать, шашлыки и все такое. А, ну да, катамараны же тоже есть. Можно искупаться на катамаранах. Блин, я хочу тут сфотографироваться. Господи, как красиво. А главное, тихо. И людей нет. Я от них, наконец-таки, концов смылась. Ляпота.